В железнодорожном районе Самары работы по расчистке снега ведутся с 6 утра. В первую очередь от осадков освобождают тротуары, территории вокруг подъездов, внутриквартальные проезды и социально значимые объекты. Люди работают быстро. Когда дворники заканчивают свою часть работы, наступает время для механизированной очистки территории. На территории железнодорожного внутригородского района на сегодняшний день с 6 утра работают 271 дворник и 7 единиц техники. Управляющие компании стараются по максимуму выгнать все машины с дворовой территории, чтобы очистить внутриквартальные проезды. Прогноз погоды городские службы благоустройства получили заблаговременно, и при составлении перечня работ по уборке территории его учли. Всего на уборке городских территорий в дневную смену задействовано 223 уборочные машины, в том числе малой механизации. Также будет привлечено около 3500 уборщиков территории и дворников. В прошедшую ночь у нас по городу Самаре прошел снегопад. Предварительным данным выпало порядка 5 мм осадков, миллиметров водного столба. В принципе, это не критические осадки. Значит, в ночь предприятие, задействовано на уборке дорог, активно обрабатывало проезжую часть голодным материалом, чтобы не допустить слежный материал, образования наледи. В день осуществляется сгребание снега и расчистка тротуаров и пешеходных подходов, остановок общественного транспорта. В предпраздничные дни в городе повышается интенсивность движения. Профильные ведомства стараются проводить работы по расчистке быстро и эффективно, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение самарцев. Александра Гусева, Светлана Тимофеева, Константин Головин, Максим Гусев. События.